Освоить школьную программу помогут театры края. В Барнауле составили школьную афишу. В нее авторы включили те спектакли, которые поставлены по литературным произведениям. Одна из главных целей первого в регионе просветительского проекта такого плана – заинтересовать чтением современных детей. Ученики начальных классов смотрят Денискины рассказы Виктора Драгунского. У театра кукол самая представительная афиша в проекте. Помимо сказки участвуют драматические, музыкальные и молодежные театры. Всего 15 постановок. Пока идею поддержали 11 школ Барнаула и Новоалтайска. Там, по всей видимости, самые активные учителя, литературы и директоры. В дальнейшем их планируют привлекать для составления репертуара школьной афиши. Сейчас ее разделили по четвертям, идет вторая. И для начальной школы, и для средней школы, и даже старшеклассники найдут здесь много чего интересного. Для нас это важно почему? Потому что чтение, чтобы заинтересовать ребенка, важно, чтобы оно ожило, это чтение. Важно, чтобы книга, пьеса, персонажи ожили. И, конечно, театр дает такую возможность. Правда, сейчас не все произведения, которые изучают в четверти, сходятся с репертуаром. Этот недочет обещают исправить. Предполагается, что к проекту со следующего года присоединится большее число школ и театров края.